Всем привет, дамы и господа, друзья, здравствуйте, добрый вечер. Рад вас всех приветствовать. Здравствуйте, Мингли. Здравствуйте, Смоки Гейминг. Бравл Старс, как ваши дела? Как ваше настроение? Сегодня тема стрима у нас называется «Оценка канала Геннадия Горина». Сегодня мы всем чатом оценим канал Геннадия Горина и подскажем ему, что нужно сделать для того, чтобы у него еще больше было подписчиков. У него сейчас 1 400 000. Мы подскажем, что ему, как украсить его замечательный, прекрасный, горячо любимый канал многими подписчиками его. Вот. И сочувствующими. То есть, что значит сочувствующие? Это значит то, что чувствующие так же, как и он. Как он чувствует мир вокруг себя, так и те люди, которые подписались на него, сочувствуют ему во многом. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы оценили ваши замечательные каналы, надо сделать очень простую вещь. Надо написать 5 комментариев под прошедшим стримом, тем более, что прошедший стрим был, в котором мы оценивали величайшего человека, который начинал YouTube, PewDiePie. То есть, если вы не видели этот прекрасный стрим, то рекомендую вам зайти на тот стрим и глянуть. Мы в середине стрима, сразу говорю, что в середине оценивали канал PewDiePie. Сегодня оценим канал Гены Горина. С большим удовольствием. Да, шапку поменять плейлисты. Точно, точно. Какой ты молодец, Минли. Минли, ты просто молодец. Мы с каждым разом все лучше и лучше с вами помогаем людям. Так, а сейчас Гену Горина мы будем оценивать, когда соберется чат побольше, когда будет больше народу. А сейчас мы будем оценивать вас, дорогие мои друзья, тех, кто присутствует в чате. А потом будем уже оценивать Гену всем чатом. Всем чатом. Итак, друзья, идем сейчас на канал, который написал нам комментарий. Канал называется Smoky Brawl Stars. Смоки Бравл Старс, спасибо тебе большое за твой комментарий. От души тебя благодарю. Спасибо, большое спасибо. Здравствуйте, Смоки Бравл Гейминг Бравл Старс. Рад вас приветствовать на нашем дружелюбном канале. Сейчас я вам отвечу. Друзья, хочу вам сказать такую вещь. Девиз моего канала какой? Помните, что все мы обречены на успех, и лишь только время и грамотная стратегия наши в этом главные союзники. Друзья, помните, что все вы будете успешными. А сейчас мы идем на канал Smoky Gaming Brawl Stars. Друзья, если вы любите такую прекрасную игру, как Бравл Старс, то рекомендую вам зайти на канал Смоки. Смотрите, какая прекрасная шапка у него сейчас. Шапка это вот эта вот красочная заставочка сверху на канале. Аватарка это вот этот кружочек. Смотрите, как идеально человек сделал. Этот канал оценивается. Смотрите, какая прекрасная у него главная страница. Смоки, тебе надо популярные видео надо поднять на строчку выше, подыми, чтобы здесь были популярные, а вниз сдвинь все видео. Единственное, что я посоветую Смоки вот сделать, я уже посоветовал. Прекрасно он работает со вкладкой сообщества. Замечательно, замечательно, Смоки, молодец. Отличное описание. Есть ссылочки в соцсети, в шапке канала.
Есть плейлисты, плейлисты, замечательно, Смоки, прекрасно. Смоки, надо обязательно здесь прописать, вот видишь, плейлисты у тебя в плейлистах нет описания. Обязательно надо прописать описание плейлистов, какие видео у тебя участвуют в плейлисте. Потому что в конце концов тогда будет у тебя в поисковике выпадать весь плейлист. И человек может автоматически, вот видишь, воспроизвести все, нажать сюда. И если ему описание подходит, а описание видно, две строчки обязательно видно, когда в поисковике, ну лучше там пишут такую вещь, что не меньше 150 слов должно быть описание. И название должно быть соответствующее. А то Бравл Старс это очень коротко, ну и описания вообще нет. Это надо сделать обязательно. Теперь дальше. Так, посмотрим, насколько оптимизированные видео. Возьмем самое последнее. Просмотров очень мало. Просмотров мало, потому что надо делиться в соцсетях своими прекрасными видео. Например, найти группу ВКонтакте по Бравл Старсу, попросить, чтобы вы туда выкладывали свои замечательные видео. Тогда будет больше просмотров. Будет больше просмотров. Так их мало очень. Так как подписчиков 2680, 2680, а 21 просмотр это очень мало, и лайков очень мало, этого очень мало. Описание понятно. Насколько я помню, YouTube запрещает вот такого вот ключевые слова без связки делать. Он запрещает. Он считает, что это что-то чуть-чуть не так, как надо. Так. Обязательно надо прописать. Вот эти вот ключевые слова надо было написать в теги к видео. И теги канала надо обязательно было прописать. Чек-лист заголовок слишком длинный. Написанный капсом. Заголовок это название видео. Капсом не любит. YouTube срезает с этого просмотра. Подсказки надо сделать. Нету тегов. И делиться на соцсетях через кнопку поделиться. Вот, например, как я говорил, в группе ВКонтакте по Бравл Старсу. Смоки наш постоянный посетитель. Друзья, если вы любите Бравл Старс, то рекомендую зайти на канал Смоки. Если вам понравится, подпишите, добейте ему 3000 и смотрите все его новые видео. Все замечательные его видео. Смоки, удачи тебе! Доброго здравия тебе и твоим близким. Молодец. Поделился прекрасно, прекрасно, здорово. Вот, да, надо чаще делиться. Видео. Чем больше будешь делиться в соцсетях, тем больше трафика прилетит из соцсетей на YouTube. А YouTube те видео, которые популярны в других соцсетях, естественно, он продвигает гораздо быстрее, чем абсолютно не оптимизированное видео. И если не раздаешь его в соцсетях, тогда он срезает просмотры. Еще хорошо, что прекрасно, что ты авторскую музыку туда не поставил. Было бы вообще плохо. Еще бы сильнее срезал просмотры. Где все модеры, я не знаю. Будем удалять модеров всех. Будем избавляться от модеров. Вот один из модераторов после слов. Где все модеры? Один из модераторов появился. Я уж хотел его разжаловать. Дотис пишет, заказал оформление за 500 рублей. Прекрасно, прекрасно. Данил, если вы сегодня будете с Яной, Слоником, обсуждать какие-то свои вещи на стриме, мне придется с вами расстаться.
Говорим строго по теме стрима. Сегодня тема стрима. Оценка канала Геннадия Горина. Оценку каналов Геннадия Горина мы будем делать чуть-чуть позже. Вот. А сейчас мы собираем чат, чтобы было побольше народу. Чтобы, когда мы пойдем на канал Геннадия Горина, было больше народ, который оценит и в чат напишут оценочку. И еще я хотел сказать своим модераторам, вы что-то редко приходить стали на стримы, а когда приходите на стримы, обсуждайте всякие карты Майнкрафта, там, обсуждайте политику, обсуждайте абсолютно не то, что нужно обсуждать на стриме. И таким образом вы отвлекаете меня и людей от тема стрима. Как бы надо бы съемку делать чего? Уж снимаешь, о том надо и говорить. И писать надо о том же. Поэтому как-то так. Друзья, пишите комментарии. Прошу вас, для того, чтобы вас оценили, напишите, пожалуйста, комментарии. Мы пройдем на ваши замечательные каналы. И через ваши комментарии, как мы сделали с каналом Смоки, попадем на ваши прекрасные каналы. Смоки, спасибо еще раз тебе большое за твои прекрасные, добрые комментарии. Давайте, друзья, жду. Автоматчик, я не понял, ты о чем? Что тебе не нравится сегодня? Скажи мне, пожалуйста. Так, сейчас мы будем грузить. Минли, я вчера стрим пропустил. Записал 4 видео, смонтировал. Утром побегал. Эх, не надо пропускать стрим. Минли, абсолютно верно. Вот ты понимаешь, о чем я говорю, да? Как бы, кто такие модераторы, я уже неоднократно говорил, это те люди, которые помогают стримеру вести стрим. Вот. А если они не могут помочь стримеру вести стрим, то они предупреждают его о том, что они не придут, понимаешь? Как это делает Владимир. Вот, как это делает Владимир. Он, если не может прийти, если у него не получается, он предупреждает. Понимаете, что такое модератор? Это работа. Это работа. Если ты попросился быть модератором, то это работа. Ты должен исполнять свои обязанности. Обязанности модератора. Естественно, если ты не приходишь на работу, что происходит? 3 раза не пришел и уволили. Казахстан, футбол, привет, рад тебя видеть. Рад тебя видеть, друг. Ну что, друзья, смотрю, побольше уже народу пришло. Будем искать канал Гены Горина. Ну да, как я говорил, я у него вчера, позавчера на стримах сидел. Сейчас, не знаю, сейчас нет у него стрима. Замечательно. Сейчас глянем, а он стримы вообще куда-нибудь. Да, стримы никуда не девает, он их удаляет. Прекрасно, прекрасно. Ну что, ждем, друзья, будем сейчас оценивать. Кандиман Малышарик. Привет, привет.
Минли, не приходит к тебе сообщение, но бывают такие сбои, ничего страшного. Но зато ты самый первый пришел. В этом-то и весь прикол. Ну да, к тебе претензий нет, конечно, конечно. Данил, а я что, тебе что ли претензии какие-то предъявляю? Я тебя предупредил. Ты как раз-то вот всегда вовремя приходишь и со мной до конца сидишь. Честь тебе и хвала. Ты у меня сейчас самый-самый лучший модератор, который не подводит меня. Спасибо тебе большое. Спасибо. Просто почему я говорю это именно тебе? Потому что надеяться больше не на кого. Надеюсь на тебя. С остальными придется разбираться. Кроме Владимира, конечно. Владимир предупреждает. Друзья, ну что, давайте оценим. Давайте, дорогие друзья мои, оценим канал Геннадия Горина. Сегодня стрим называется «Оценка канала Геннадия Горина». Топовый человек, топовый ютубер, топовый блогер, сразу говорю. У него 1 400 000 в настоящий момент подписчиков, которые его любят и уважают. Давайте пройдем на канал Геннадия Горина и будем потихонечку его оценивать вместе с вами. А все, что вы считаете по поводу канала Геннадия Горина, прошу написать в чат все ваши мысли по поводу того, что нужно сделать гению для того, чтобы его канал стал более популярным, чем он сейчас. Ну, давайте начнем. Первое. Идем на канал Геннадия Горина. Я считаю, не знаю, заблуждаюсь я или нет, Ген, но я считаю, что можно было бы уже шапку канала, шапка канала, что это такое? Вот эта вот красивая заставка, да? Ее можно сделать более художественной. То есть, что значит более художественной? Не просто фото поставить, да, сюда, которое фото используют миллиарды каналов. Я вот это вот фото вижу на большом-большом количестве каналов. Что такое оформление, Ген? Оформление – это когда у тебя здесь твое изображение присутствует на шапке канала и написано буковками в середине название твоего канала. Слава богу, что у тебя название канала Геннадий Горин на русском языке. Вот, прекрасное название. Это топовое название, потому что на русском языке и понятно, о чем будет тут речь идти на канале. Поэтому название Геннадий Горин прекрасное название. Фото в аватарке тоже это топовое. Топовое фото. Шапку я бы поменял. Потому что, во-первых, она вся расплывчатая, во-вторых, она сделана неправильно, она оформлена неправильно. Что дальше, Геннадий? Что такое главная страница? Главная страница – это та страница, на которой люди, когда попадают на ваш прекрасный канал, они встречаются с тем, что вы на главную страницу положили. Так вот, главная страница у вас тоже не оформленная. Здесь ставится видео для новичков, которые еще не успели нажать на кнопку подписаться. Какие видео ставятся на главной странице? Трейлер канала. Что такое трейлер канала? Трейлер канала – это когда вы пишете короткое видео 25 секунд о том, кто вы, ваш прекрасный, замечательный канал. То есть
обязательно приветствуют в трейлере канала новичков. Общаются с ними через видео. Я понимаю, что вы общаетесь во всех видео своих с людьми, но все-таки трейлер канала должен присутствовать. Раз. И второе, это видео должно стоять для подписчиков. Какое бы вы хотели, чтобы видео подписчики ваши первые посмотрели видео? Вот. Для этого оформляется главная страница. Отлично то, что вы интересный канал и второй свой канал Геннадий Горин поставили. Это замечательно. И вот здесь вот популярные видео должны выпадать. Ну, так делают все топовые каналы. А вы топовый канал, вам надо оформить главную страницу. Теперь о канале. О канале прекрасное описание. Видеоканал Геннадия Горина. Привет! Меня зовут Геннадий Горин. Я живу в России, в городе Орле, город Орел. Прекрасное название. 55 миллионов просмотров ваш канал уже набрал. Замечательно. Ген. Ну и вот тут вот Гена Горин, да, интересный канал, второй канал ваш. Замечательно, отлично. Ген, надо обязательно еще использовать вкладку сообщества. Что такое вкладка сообщества? Это когда вы через творческую студию добавляете, да там без творческой даже студии, просто во вкладку сообщества пишете сообщения, выкладываете видео, ссылочками делитесь. То есть вкладка сообщества – это специальная вкладка для того, чтобы общаться со своими любимыми подписчиками. То есть первое сообщение, которое им может прийти с вашего канала, это сообщение из вкладки в сообщество. Обязательно, Ген, надо это сделать. Обязательно. И общаются, новые видео, сюжеты, все выкладывается сначала во вкладку сообщества. Потом премьеры, которые вы, например, выложите завтра видео какое-то. Сегодня надо предупредить людей, чтобы собралось побольше народу и посмотрело. Для этого надо превью делать, фото. Превью – это фото к видео. С текстом о том, что у вас будет на вашем замечательном видео. Гена, еще нужно сделать плейлисты. Плейлисты, что это такое плейлисты? Плейлист – это группа видео, которые запускаются автоматически, Ген. Если вы создадите плейлист, например, да, про то, как вы, как человек гуляет в лесу. У вас я видел много видео, как человек гуляет в лесу, кушает торт. Вот как человек гуляет на природе, можно создать плейлист. И люди, которые хотят именно эту тему, по темам надо делать плейлисты. Люди, которые захотят посмотреть все видео автоматически и сразу, они запустят плейлист целиком. Это даст возможность вам собрать просмотры от одного человека по всем плейлистам. Потому что искать ваши видео, которые у вас были давным-давно снятые, очень тяжело. Тем более, когда их много. Поэтому создаются плейлисты внутри. А они называются плейлисты, да, там о природе. Описание должно быть плейлиста тоже о природе, да. То есть, что такое ключевые слова? Вы можете посмотреть у меня специальный стрим на тему ключевые слова. И создать плейлисты, создать описание. Все это очень нужно. Так, с плейлистами закончили. Видео. Прекрасно. Зайдем на ваш канал и сейчас оценим видео ваше. Но то, что вы ставите рекламу в свои видео, это уже хорошо.
Это уже хорошо. А почему? Потому что вы дополнительный доход с этого получаете. Я видел, что вы ведете стримы на тему донатов. Вы здороваетесь через донаты со своими прекрасными подписчиками, Ген. Ну вот смотрите, да? Оценка вашего видео, почему такая маленькая? CO 37,3 в программе VidIQ. Оценка CO от программы VidIQ, видите, пишет. Маленькая, 37,3 это мало. Потому что у вас очень короткое описание к видео. Надо, чтобы здесь было не меньше 50 слов, Ген. В вашем описании видео должно быть не меньше 50 слов. А у вас всего 5 слов. Это мало. И что такое описание видео? Это то описание, в котором вы описываете, что происходит у вас в самом, какая тема происходит у вас в видео. И вот эти вот ключевые слова, которые здесь будут, 50 слов, не меньше, надо будет внести в теги каналов. Вот сюда ввести. Здесь вот всего 5 слов, которые абсолютно плохо связаны с вашим видео. Поэтому ранжированных тегов тут нету. А что такое ранжированные теги? Ранжированные теги это с решеточкой и циферками. Вот здесь теги появляются. Если YouTube вас оценивает и VidIQ высоко, тогда здесь ранжированные теги появляются. Тегов должно быть не меньше 20. Замечательно, что вы теги канала прописали. Здесь теги канала есть. Прекрасно. Теги канала замечательно прописаны, Ген. Просто теги канала топовые. Даже без вопросов. Теги канала замечательно. А вот теги к видео очень короткие. И вот чек-лист то же самое показывает, о чем я говорю. Теги слишком короткие. Теги это ключевые слова. Ключевые слова это описание вашего видео. Описание слишком коротко, видите? Обязательно надо делать подсказки и конечные заставки. Подсказки и конечные заставки появляются здесь. Очень много блогеров, которые говорят, а посмотрите, сейчас в уголок появится подсказка. Вот это обязательно надо делать. Подсказку и добавлять сюда в конечные заставки те видео, которые бы вы хотели, чтобы люди посмотрели после того, как закончат смотреть именно это видео. Поставить на другие видео. После описания здесь надо хэштеги написать. Хэштеги это с решеточкой слово. Решетка и слово идет. Если два слова, то слитно надо писать. Хэштеги хотя бы три надо написать, штучки сюда. Тогда они будут вот здесь синенькими буковками выпадать. Хэштеги это путь, чтобы те люди, которые хотят попасть, опять же, на страницу, где хэштег этот собирает видео всякие разные, то есть те люди, которые прописывают хэштег, они прописывают его по теме. Точно так же, как по теме описание должно быть и название видео. Ну и, естественно, и теги видео должны, вот эти вот теги видео тоже должны быть с описанием. Это называется ключевыми словами. Все это вы можете посмотреть у меня на канале. Сейчас я вам покажу, как называется это видео у меня на канале. Вот сейчас пройдем на мой канал. Стрим, посвященный ключевым словам. Гена, обязательно посмотрите этот стрим. Сейчас я вам его покажу. Вот, смотрите. Вот это видео с маком, с красивым красным цветком. Вот этот стрим называется «Оптимизация ключевые слова».
оценка каналов, оптимизация, ключевые слова. Обязательно посмотрите вот этот стрим, вот это видео. И там по часа я рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы сделать полную оптимизацию с ключевыми словами на вашем канале. Гена, сделайте это обязательно. И у вас будет еще больше просмотров и еще больше подписчиков. Как говорится, подписчиков много не бывает. Чем их больше, тем лучше. Ну что, Гена, желаю вам от всей души доброго здравия, всего самого доброго, удачи. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваш канал еще более популярным стал, сделайте, пожалуйста, все то, о чем я вас попросил. И тогда вам не придется вести стримы, в которых вы здороваетесь и вам присылают всего лишь по 50 рублей за то, что вы здороваетесь с человеком. Вы будете получать во много раз больше. Оценка вашего канала, Гена, из-за популярности, я тоже думаю, 96 из 100. Моя оценка канала, вашего будет 96 из 100. Посмотрите, как вас оценили мои модераторы. Посмотрите, как вас любят мои подписчики. Удачи вам и всего самого доброго. Так, а сейчас мы начнем оценивать наших замечательных подписчиков, которые пришли на этот замечательный стрим, чтобы посмотреть оценку канала Гены. Геннадия, оценку канала Геннадия. Гена, вас любят очень много людей. Но если вы сделаете канал свой красивым, то будут любить еще больше. Здравствуйте, Believer YouTube Music. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Вот, смотрите, Гена, видите? Вот у человека всего 9 подписчиков. У него шапка. То есть вот эта вот красивая, да, фотография, как у вас. Но здесь вот есть буквы в середине. Это сделано специально для того, потому что название вашего канала является брендом канала. Его обязательно пишут в середине. Вот. И еще аббревиатуру делают в аватарке. Не всегда, но делают. Теперь смотрите, что сделал Believer. Он оформил главную страницу, как я вам рассказывал. Он добавил ссылки в соцсети. Короче, все сделал почти так, как надо. Добавил плейлисты. Believer, надо обязательно здесь больше 150 слов, описывающих плейлист. 5 слов этого очень мало. Очень мало. Ну что, отлично, канал все оформил, молодец. Отлично, удачи тебе, YouTube Music. И доброго здравия тебе и твоим близким. Замечательно, замечательно. Оценочка твоего канала 85 из 100.
Яна, привет. Здравствуйте, Яна. Володя, тэквондо лидер, здравствуйте. Дорогие друзья, пожалуйста, за оценку YouTube Music, пожалуйста, за оценочку. Спасибо за то, что пришел. Спасибо за ваши комментарии. Яна, очень тебя прошу писать по теме стрима. Не надо нам рассказывать про карты Майнкрафта, про что-нибудь еще, про какую-то свою, короче, непонятную тему рассказывать на стриме. Даже если она понятна, но если она расходится с темой стрима, то об этом говорить на стриме не надо. Очень тебя прошу, Ян. Вот у нас сегодня тема стрима — оценка канала Геннадия Горина. Давайте будем говорить сегодня о Геннадии Горине. Потому что, может быть, он посмотрит этот стрим. Вот я, когда смотрю стрим, посвященный мне, мне бы, конечно, хотелось, чтобы говорили обо мне, а не о том, что у тебя сегодня происходило там дома и везде, ну, в твоей жизни. Хорошо, тем более, что ты модератор. Модераторы – это те люди, которые должны фокусировать внимание на теме стрима. Вот как это сделал сейчас Даниил. Друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, и мы через ваши замечательные комментарии попадем на ваши прекрасные каналы. О, спасибо большое, Владимир. Владимир, от души тебя благодарю. Ты, как всегда, мой друг и товарищ. Прекрасный человек. Гена, обратите внимание на тэквондо лидера. Замечательный парень, занимается спортом. Вот, сейчас мы пойдем на канал тэквондо лидера. Владимир, здравствуйте. Спасибо вам за ваши комментарии. Вот, посмотрите, Геннадий. Видите, здесь как вот это 100% оформленный канал. А главная страница правильно оформленная. Вот популярные идут сначала видео. Трейлер канала есть, как я и говорил. Я еще забыл сказать вам, что, Гена, у вас нету превью. Что такое превью, Геннадий Горин? Превью — это вот такая вот фото, заставочка на ваших видео с текстом. Это называется превью. У вас ни на одном видео нету превью. Что такое превью? Превью — это дополнительно 50% просмотра. Из-за того, что когда людям интересно, они прям нажимают на значок. Вот этот значок к видео есть превью. Надо обязательно его делать. Дорогие мои друзья, давайте добьем моему другу тэквондо лидеру 50 подписчиков, а лучше 100. Давайте добьем. Зайдите на его канал, посмотрите его замечательные видео о том, как надо защищаться при нападении на вас хулиганов.
Потому что что такое боевой спорт? Боевой спорт создан не для того, чтобы нападать, а боевой спорт создан для того, чтобы защищаться. И обучать вас тренер будет только тогда, когда он поймет, что вы не агрессивный человек. Тогда будет обучать боевому искусству. Вот, пожалуйста, замечательный канал. Владимир, добрый вечер, Владимир, рыбалка и охота. Яна, если ты считаешь, что стрим не душевный, если ты считаешь, что тебе тут неинтересно, тогда, Яна, не вижу смысла в том, чтобы ты ходила на этот стрим. Смысл тебе приходить на стрим и сидеть мучиться. Нету в этом никакого смысла. Я еще раз повторяю вам, дорогие мои золотые друзья, модераторы и не только. Если вы пришли на стрим, посвященный Геннадию Горину, надо говорить о Геннадии Горине. Если вы приходите на стрим, посвященный ключевым словам и оптимизации, надо говорить об этом. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы помогли большому количеству народа. Ведь очень много людей, таких как, например, Гена Горин, не знают о том, что нужно делать оптимизацию своего канала и оформление канала. Вы, например, скажете, что ему это не нужно. Неправда. Всем это нужно. Все, что придумано на платформе YouTube, нужно для продвижения ваших замечательных каналов на этой платформе. Все, что придумано. Они же не просто так придумали описание видео, название видео, плейлисты, главную страницу, сюжеты, сообщество, описание канала, трейлеры канала. Минли, спасибо тебе большое, ты такой умница. Спасибо, ты сегодня по теме стрима столько полезных советов Гене сказал. Яночка, это не тебе решать, что он будет смотреть. И неважно, будет он смотреть этот стрим или не будет. Будут смотреть другие люди, которым стрим наш поможет. Важно, что мои подписчики будут этот стрим смотреть. Понимаешь или нет? Давай, Ян, не зли меня, хорошо? А то мне потом тяжело с моими чувствами справиться. Ты начинаешь меня агрить. Я начинаю агриться. А потом жалею о том, что я на человека накричал. А все почему? Все по-честному. И все справедливо абсолютно. Очень много прекрасных советов
Очень много сегодня прекрасных советов от вас поступило Гене и другим людям о том, как надо оформлять свои прекрасные каналы. Мы не перестаем говорить о том, что нужно сделать для того, чтобы ваши прекрасные каналы стали такие же популярные, как у Гены. Ну, самое важное, что он делает, почему он стал таким популярным каналом? Потому что он, его изюминка в том, что он говорит искренне. И не, вот знаете, он не обращает внимания на то, как он говорит. Самое важное, что он говорит искренне. Запомните, надо быть со своими подписчиками, с людьми, которые вас смотрят, искренними до глубины души. Понимаете? Чтобы ваше настроение передалось через ваше видео огромному количеству людей. Понимаете? Да-да-да-да-да, во, все правильно, Данил. Делитесь своей душой. Делите своей душой, и все будет прекрасно. Потому что очень много людей, которые думают так же, как и вы. Понимаете? Все очень просто. Все очень прекрасно. Все очень замечательно. Да-да, я тоже начал смотреть Гену Горина только из-за его искренности. Так он и берет искренностью своей. Белив, YouTube Music, молодец. Абсолютно, абсолютно хорошо, что ты изменил описание к плейлистам. Значит, твой канал на пути к тому, чтобы быть еще более популярным. А цель наших стримов, чтобы вы, золотые мои, стали популярными. А для чего мы занимаемся тут каждый стрим? Оптимизацией, оценкой, пиаром, рекламой ваших каналов. Для того, чтобы побыстрее вы набрали просмотров. Чтобы побыстрее вы набрали подписчиков. Чтобы потом вы смогли ставить после этого монетизацию, чтобы вам какие-то деньги начали приходить, чтобы у вас просили рекламу. Вот для этого вы же создали для этого свои каналы, для этого, чтобы зарабатывать. Рано или поздно, ну, скорее всего, рано, потому что те люди, которые приходят на стрим сюда, они очень быстро станут популярными. Потому что мы делаем все по правилам YouTube. Все по правилам платформы, на которой мы выкладываем свои видео. Здравствуйте, официал. Можно оценку канала? Кстати, мой YouTube канал в стиле минимализма. Официал, с удовольствием. Напишите, пожалуйста, следующему стриму про PewDiePie. Смотрите, ну, Владимир, вы не все его видео смотрели. Те видео, которые я скинул вам, это только исключительно выборочные видео. А, но, например, посмотрите его видео с тортом. У меня на превью на сегодняшнем стриме есть его фото с тортом. Посмотрите это видео. Там такое душевное достаточно видео. Владимир, ну вы о заработке не думаете? А все остальные думают. Что такое популярность? Это и есть монетизация вашего труда. Так что вот так вот.
Конечно, можно не думать о заработке, когда есть заработок. Что о нем думать? О заработке думают те, у которых денег нету. Вот. У вас деньги есть. Поэтому смысл вам думать о заработке, когда они у вас есть. Итак, если бы у меня и так были деньги, я бы тоже особо не задумывался о заработке. Геннадий Горин очень искренний и светлый человек. Да. Да. Друзья, программа VidIQ показывает, сколько у вас часов набрано для монетизации. Не, разговоры про слоников можно, конечно, делать, Яночка. Но слоники, это же ведь, это не только ценный мех, но и 3-4 тонны свежеусвояемого мяса. Понимаешь, слоников сколько угодно можешь говорить. Позитив должен присутствовать, позитив. Когда вы сухо разговариваете про карты, которые вы где-то там делаете, это никому не интересно. Или начинает про политику разговаривать наш друг Даниил. Это тоже никому не интересно. Друзья, пишите комментарии. Через ваш комментарий попадем на ваш замечательный канал. Вот видите, у меня пишет 374 часа я набрал за последние 12 месяцев, за последний год. 374 часа, надо 4000 часов. Вот. Показывает программа VidIQ. Все сразу показывает. Слоники это святой. И Яночка, которая говорит про слоников, тоже святой человек. Святой добрый. У меня 24 часа на видео, которые идут по 5 минут. Отлично, отлично, лидер. YouTube Music. Ну, ты сегодня написал мне комментарий. Конечно, давай пойдем на твой. Все, кто пишут комментарии, они оцениваются. Надо к Яне еще зайти на канал. Так, она же написала комментарий. Так, описание плейлистов ты сказал посмотреть. Давай посмотрим. Замечательно, друзья. Вот такое должно быть описание плейлистов. Я бы сюда еще 3 хэштега поставил внизу. Поставь еще 3 хэштега. Прекрасно, прекрасно. Бели. Молодец. Believe me. Believer. Believe me, это значит верь мне, насколько я помню. А believer. Believer, я не помню, как это переводится. Так и переводится, я не помню. Владимир, не могут быть неинтересные видосы, набирающие много просмотров. Так не бывает. Те видео, которые набирают много просмотров, они точно аудитории, которая их смотрит, интересны. Я, например, если вдруг мне не интересен видео или канал, я на этот канал не захожу. Я думаю, вы тоже так же поступаете. Яночка, солнышко, не плачь, пожалуйста. Абермот, привет, привет. Не грусти, похрусти. Сейчас хрустишка придет. Яночка, давай, прекращай вот эти вот негативные мысли.
Не разводи вокруг себя слякоть. Улыбайся. Ты смотрела фильм Мюнхгаузен? Так вот там актер Янковский, он же Мюнхгаузен, говорил: улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Потому что все глупости в этом мире делаются только с серьезным лицом. Поэтому чаще улыбайтесь. А еще у меня списывают лайки. Это нормально. На тебя обратил внимание YouTube. Он будет списывать лайки, он тебе потом их вернет. Он сначала их проверит, все, что он у тебя списывает, он проверяет. Я где-то это читал. Вот. В Академии YouTube, то, что там, он пишет: все, что у вас срезается, проверяется. Если это честные лайки, то он возвращает. Если это честные просмотры, то он возвращает. Дорогие друзья, для того, чтобы вас оценили, напишите, пожалуйста, парочку или пятерочку комментариев в прошедшем стриме. Тем более, что прошедший стрим была оценка канала величайшего блогера PewDiePie. Самого великого блогера на настоящий момент, у которого 150 миллионов подписчиков. В прошлом стриме мы оценивали его замечательный канал. В этом стриме мы оцениваем канал Геннадия Горина. Уже оценили. Вот. И вот этот сериал, посвященный оценкам великих, мы будем продолжать в отдельном плейлисте. Минли, ты написал комментарий? Написал. Сейчас к Минли сходим. Давайте пропиарим нашего друга Минли, а то он давно уже сидит, ждет. Дорогие друзья, если вам интересен Бравл Старс, то можете зайти на канал Минли и посмотреть его замечательные видосики. Также он тут про танки снимает видосы, про Майнкрафт. Короче, летсплей. Летсплей делает. Молодец. Хорошо, хорошо, Владимир, лидер. Хорошо, хорошо. Дорогие мои друзья, для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Пожалуйста, напишите комментарий. Мы через ваши замечательные видео, через ваши замечательные комментарии попадем на ваши замечательные каналы. С удовольствием оценим ваши прекрасные каналы. Тем более у нас сегодня тема стрима, посвященная Геннадию Горину. Те люди, которые любят смотреть Геннадия Горина, обязательно зайдут на этот стрим. И вас посмотрят. Ваш канал посмотрят. Для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарий. Так, Минли посмотрели. Сейчас на канал официала быстро зайдем. Официал, здравствуйте, спасибо вам за ваши комментарии.
Дорогие мои друзья, официал сразу сказал то, что у него минималистичный канал, все у него оформлено, все прекрасно. Все прекрасно оформлено, замечательный канал. Напишите, пожалуйста, оценочку канала официала. Будьте так добры. Моя оценка канала официала. Прекрасное, прекрасное описание канала. Читаешь это? Знай, ты лучший. Знаешь, что я тебе скажу, официал? Я прочитал это и знаю, что ты лучший. Оценка твоего канала 100 из 100. Спасибо тебе большое. От души тебя благодарю. Так. Владимир написал нам комментарии. Золотые мои. Сейчас, Владимир, сейчас мы быстренько оценим тех, кто... Кого мы просто оценим, а потом просмотрим то, что вы сделали. С удовольствием. С большим удовольствием прорекламируем ваше новое замечательное видео. Так, вроде всем написал. А, вот официал еще. Тем более, что там видео короткое. Друзья, давайте сейчас оценим нашего модератора, замечательного человека Владимира. У него из армии вернулся его младший сын. Вот. Очень хороший парень вырос. Вообще у хороших людей вырастают только хорошие дети. Замечательный человек. Давайте на него сейчас быстренько посмотрим. Коротко. Тем более там не очень длинное. Давайте смотрите. Вот буквально вот несколько минуточек. Две минутки. Сейчас я быстро посмотрю, Владимир. Авторская, не авторская музыка получилась у вас. Ну давай, грузись уже. Описание. Прекрасное описание. Господи, вот смотрите, что такое ключевые слова. Смотрите, ранжированные теги у Владимира. Ранжированные теги, ключевые слова все, какие только можно было придумать. Все идеально сделано. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18 ранжированных тегов. Это самое топовое видео. Это все из-за того, что Владимир описал полностью то, что происходит у него на этом видео. Прекрасная оптимизация. Давайте посмотрим, послушаем. Авторской музыки вроде нет. Когда вернусь,
последнюю песню она не услышит. И дождись, дождись меня, и я вернусь. За тобой вернусь сквозь лютые морозы. Не допели нашу песню, ну и пусть. Мы допоем. Отличное видео. Душевное, о чем я вам и говорил, друзья. Снимайте искренние видео, они наберут много-много просмотров. Так, Даниил тут, плей. Друзья, оцените, пожалуйста, канал ФНАФа, Даниил Плей. Интересный такой канал, оцените, пожалуйста. Напишите оценочку Даниилу. Будьте так добры. Моя оценочка 50 из 100. Официал, пожалуйста. Дорогие мои, для того, чтобы вас оценили, надо написать комментарии. Лейзи, привет, привет. Не, ничего у меня не зависло, все работает. Золотые мои, пишите, пожалуйста, комментарии. Через ваши замечательные комментарии, Лейзи вот написал, мы попадем на ваши замечательные каналы. Лейзи, здравствуйте, спасибо вам за то, что вы написали комментарии. Дорогие мои друзья, оцените, пожалуйста, канал Лейзи. Это наш постоянный посетитель. Зайдите, пожалуйста, на канал Лейзи и посмотрите, что он снимает. Лучший монтаж. И как добавить бота в Discord. Зайдите на канал к Лейзи и, пожалуйста, посмотрите его замечательный канал. И давайте ему добьем 350 подписчиков. Лейзи, всего доброго, удачи тебе. Лидер Геймс, сейчас посмотрим. Друзья, если у вас завис стрим, то вам надо перезайти. Пожалуйста, перезайдите на стрим. Надо выйти и снова зайти, и ничего зависшего не будет. Все будет работать. Зайдите, пожалуйста, на стрим заново. Перезайдите. Выйдите и зайдите. Я вспоминаю поговорку такую. Выйди за дверь и подумай над своим поведением. А когда подумаешь, тогда зайдешь обратно. Шутка. Спасибо большое, Даниил, от доброты за твой комментарий, от доброты. Прекрасный комментарий. Спасибо большое, Даниил. От души благодарю тебя. Канал Мед1Х. Спасибо большое тебе. Здравствуйте. Спасибо большое тебе за твой комментарий. Спасибо. Мед1Х. Друзья, оцените, пожалуйста, канал Мед1Х. Напишите оценочку в чат. Надо здесь все оформлять.
Канал не оформленный, но очень такой прикольный. Скорее всего, в конце концов все оформит. Ничего страшного. Тем более он написал: первое видео не судите строго, всех обнял. Мы тебя тоже все обняли, строго не судим. Удачи тебе и всего самого доброго. Если хочешь настроить свой канал, то посмотри мои стримы. Мы рассказываем, как оформлять свой замечательный канал. Удачи тебе и доброго здравия. Тебе и твоим близким. Так, друзья, смотрим, кто следующий у нас написал канал. А, кстати, мы еще к Яне сегодня не ходили. Золотые мои друзья, рекомендую вам попасть на канал Яны Gold Cat Music. Замечательный человек, хорошая девушка, добрая очень. Зайдите к ней на канал, чекните видосы. У нее видосы, кавер-версии. Она поет. Хорошо поет. Умничка. И, пожалуйста, давайте ей добьем 100 подписчиков. Если вам понравится, а я думаю, вам понравятся ее песенки, кавер-версии, то подпишитесь на ее канал. Просто из любви к этому человеку. Удачи вам. Лези, пожалуйста. Мингли, хорошо. Молодцы, молодцы. Вот я люблю, когда вы по теме стрима общаетесь все в стриме, в чате. Просто прекрасно. Значит, мы с вами выполняем миссию нашу. Нашу миссию по поводу того, чтобы вы стали крутыми. Я так люблю такие стримы, когда у нас все идет как по маслу с вами. Когда вы развиваетесь. Я каждый раз радуюсь за вас, когда вы делаете что-то прекрасное. Я в душе прям радуюсь, когда я вижу, что вы идетесь в лучшую сторону, когда есть прогресс в ваших прекрасных, замечательных работах, понимаете? Что такое ваш канал? Канал – это ваше лицо, ваша душа. Ваше видео – это ваша душа. Как вы ее покажете, как вы ее развернете, так люди и подумают о вас, о вашей душе. Понимаете? Все очень просто. Вы и ваши каналы – это ваша душа. Как канал Геннадия Горина – это его душа. Да, у Владимира просто прекрасные. Вот Владимир научился делать ранжированные теги прям абсолютные. Я ни у кого столько ранжированных тегов не видел. Владимир у нас самый лучший мой ученик. Прошу прощения, потому что Владимир все-таки меня старше. Но я его обучал вот этому всему ключевым словам. И как оптимизировать канал. Вложил душу, часть своей души во Владимира. И в вас вкладываю тоже, во всех. Часть своей души. Чему я очень рад. Лидер Геймс. Сейчас посмотрим. Я очень рад, что вы такие классные. Такие вы молодцы. Атом написал. Атом,
приходил к нам уже. Атом, спасибо тебе большое за твой комментарий. Здравствуйте, Атом. Спасибо тебе большое за твой комментарий. Друзья, оцените, пожалуйста, канал Атома и не судите его строго, он только начал. Для начала, при 10 подписчиках, 102 просмотра, а тут есть и 179 просмотров, это прекрасный канал. Оценка канала 100 из 100. Даже не оптимизированный, но он выстреливать начал. Просто красавчик. Молодец. Атом, поздравляю тебя с тем, что у тебя получаться начинает. Спасибо тебе большое за комментарий. От души тебя благодарю. Желаю тебе счастья и здоровья. Доброго здравия тебе и твоим близким. Какие вы молодцы. Даниил, спасибо тебе большое, Даниил, за комментарии, которые ты оставляешь. Ты просто молодец. Друзья, давайте добьем Даниилу 100 подписчиков. Вот просветитель народа, это Даниил. Зайдите к нему на канал. Посмотрите его прикольные видосы. Подпишитесь на его канал. Ему осталось-то тут чуть-чуть до 100. Давайте сделаем ему 100 подписчиков. Новых комментариев не вижу, друзья. Давайте лидера. Комментарии я его не вижу. Давайте так его найдем. Попробуем так найти. О, появился что ли? Нет. Дорогие друзья, человек делает сказки по Бравл Старсу. Отличный канал, хороший, добрый человек. Мы с ним уже неоднократно смотрели его прекрасный канал. Зайдите, если вам не трудно, чекните его видосы. Со сказками по Бравл Старсу. Может вам понравится. Тем более, если вы любите Бравл Старс. Зайдите, пожалуйста, на канал лидера и посмотрите. Лидер, удачи тебе. Дорогие мои друзья, для того, чтобы оценили ваш прекрасный канал, напишите, пожалуйста, комментарии. Мы через ваши комментарии, замечательные комментарии, проходим на ваши замечательные, прекрасные каналы.
Новых комментариев нет. Дерри, конечно, ценю. Напишите, пожалуйста, комментарий. Пишите комментарий. И те ребята и девчата, которые любят смотреть что-то интересное и связанное с Геном Гориным, зайдут на этот стримчик и посмотрят вас. Посмотрят вас. Оценят вас. Потому что мы сегодня не только Гену оценивали, но и ваши прекрасные, замечательные каналы. Пишите комментарии, мы... Видите, сколько много народу сегодня написало комментарии. Мы ко всем к ним зашли на их замечательные каналы и через их комментарии попали на их замечательные каналы. Давайте, пишите. Видите, люди написали, получили оценку. YouTube Music. Для того, чтобы проверить видео на авторские права, для этого надо посмотреть видео. Пишешь здесь запрос в YouTube. Как проверить авторское право на видео? Нажимаешь вот на эту штучку. Тебе выпадают видосы, где тебя научат этому. Да, давайте оценим канал нашего Алексея. Я люблю оценку, когда вы мне оцениваете мой канал. Я оцениваю свой канал как 0,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 
как я оцениваю свой канал. Конечную, и конечную заставку также делают. YouTube Music. Я вообще себя не оцениваю. Как может оценщик оценивать свой канал? Ну, блин, сапожник без сапог, это нормально. Ярул, привет. Я оцениваю ваши каналы, а не свой. Go оценку, плиз. Go в комментарии, плиз. Конечно, go. И мой канал создан не для того, чтобы пиарить меня, а пиарить вас. Поэтому какая нафиг оценка? Ну, оцениваю свою работу как 15 из 100. Вот работу свою оцениваю как 15 из 100. Потому что 15 человек, те, которые ко мне обращались, они стали топовыми. А сколько их еще будет, друзья? Минли, научи меня, пожалуйста, оценивать. Дорогой друг Минли, если у тебя возникли вопросы или у кого-то из вас возникают вопросы о том, насколько профессионально я оцениваю ваши каналы,
то рекомендую вам опустить свои глазки чуть-чуть ниже в описании стрима. И здесь после ключевых слов идут правила оценки вашего канала. Вот если я буду оценивать ваши каналы по правилам оценки вашего канала, то мне придется поставить очень низкую оценочку. Но так как вы только все начали, создали свои каналы недавно и только-только начали развиваться, смысл мне оценивать вас и критиковать жестко. Нету в этом никакого смысла, потому что это ударит по вашим замечательным пальчикам и отобьет всю охоту делать ваши прекрасные, замечательные видео, как это было недавно. К нам постоянно заходил мой друг Алексей Давыд. Я начал оценивать его канал по правилам оценки каналов. Ну, начал по всем этим правилам оценивать его канал. Он очень сильно обиделся на это и сказал, что он бросит YouTube. Больше я его на стриме на своем не видел. Ну вот и смысл мне в том, чтобы вас критикой этой обижать. Тем более, что критикую я жестко. Критику нужно заслужить, понимаете? Вот если вы заслуживаете критику, тогда я буду критиковать вас по полной программе. Но тогда не обижайтесь, потому что критика – это подсказка того, что нужно исправить вашему замечательному каналу. Но вы и так можете все это понять из пунктов, которые правила оценки вашего канала. Из этих пунктов вы можете понять, что у вас сделано, что не сделано. Тогда не надо все время будет просить оценку канала. YouTube Music, мы сегодня так часто вас оценивали, то что видео мы сегодня ваше смотреть, к сожалению, не будем. Владимир, спасибо большое, что вы оценили так высоко. От души благодарю, от души благодарю. Вы по-честному оцениваете мою, потому что все делаем для вас. Мои дорогие замечательные друзья, для вас создано это. YouTube Music, мы не смотрим видео. Почему? Потому что на это очень много уйдет времени. А нам бы очень хотелось помочь большему количеству людей. Почему я смотрю видео моих модераторов? Потому что они здесь работают. Они имеют право в качестве платы получить просмотр своего видео за свою работу. Потому что такое просмотр видео и канала? Это пиар и реклама канала. Привет, можно оценку? Конечно, можно. Дорогие мои друзья, для того, чтобы вас оценили, напишите, пожалуйста, комментарий. Лучше несколько, потому что половину из этих ваших комментариев попадают в спам. Пишите комментарии, мы попадем. Видишь, лидер? Я даже не успел убрать твой канал. Настолько мы вот к тебе сегодня хорошо отнеслись. Прям вот прям с любовью и с уважением.
с добром, с душой. Нету новых комментариев? Пишите, друзья. Дорогие мои золотые, напишите, пожалуйста, комментарии. Мы через ваши прекрасные комментарии попадем на ваши прекрасные каналы. С удовольствием ваши замечательные каналы оценим. А тем самым мы продвинем.